Многие считают, что понедельник день тяжелый, однако мы так не считаем, тем более, что у нас в Кофе Плюс по понедельникам проходит традиционная утренняя зарядка, которая пробуждает не только тело, но и наш ум, настраивает на положительный лад и заряжает нас таким хорошим тонусом на всю рабочую неделю. Сегодня на нашей сцене я представляю вам двух тренеров. Это Марек Скороходов и Эрик Григорьев, которые покажут комплекс упражнений для того, чтобы мы все с вами могли хорошо проснуться и начать день с позитивным настроем. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Марек, что вы сегодня представите нам на площадке? Сегодня мы сделаем разминку, которая поможет после долгого хорошего сна проснуться и начать день уже бодро, и который предоставит уже на предыдущую неделю. Ну, разминка – это такое, в общем-то, плавные движения, довольно спокойные упражнения. Можно ли начинать утро, скажем, с чего-нибудь энергичного, если мы хотим быть энергичными в течение всего дня? Ну, скажем так, что это зависит уже от человека, от его образа жизни. То есть, если человек по-своему уже энергичен, и то есть он все время куда-то бегает, все время тренируется, то, конечно, он может уже скачать с кровати, начинать уже бодро делать приседания и так далее. И если уже человек с складом жизни, который уже более медленный, с расстановкой, то тогда уже советуем начинать более плавно. И тогда уже переходить к силовым тренировкам. Ну, я думаю, что сегодняшняя зарядка уж точно никому не навредит. Так что, дорогие друзья, если вы еще не налили чашечку кофе, то поднимайтесь с постели и приготовьтесь делать утреннюю зарядку. Ребята, вам место. Спасибо. Итак, мы начнем сегодня с шеи. Разминаем шею, медленно поворачивая голову в одну сторону, не опрокидывая голову назад, чтобы не защемить мышцы. И в другую сторону. Буквально 4 раза. Переходим к плечам. Положите руки на плечи и делаем вращательные движения вперед. 4 раза. И назад. Добавляем амплитуду с вытянутыми руками. Назад. И вперед. Локти в одну сторону, разминаем, и в другую, и кисти рук. Поскольку мы много очень пишем или находимся за компьютером, то можно вытянуть руку вперед и натянуть пальчики на себя. Это поможет суставам растянуться. Переходим к бедрам. Делаем вращательные движения бедрами в одну сторону и в другую. Колени мягкие. И колени. Приседаем и небольшие вращательные движения идут в одну сторону и в другую. Переходим к голеностопному сосуду. Разминаем одну часть ноги и другую. Основные мышцы уже теплые, и переходим к более большим мышцам. Боковая часть спины. Делаем наклон в сторону и в другую. Буквально 2 раза. В одну и в другую сторону по 4. И в другую. И еще один раз. Скрестите пальцы рук и поднимите руки вверх. Опустите вперед и вниз. Таким образом мы разминаем спину вверх, вперед. Буквально 4 раза. И тазобедренный сустав. Одна нога вперед, другая перпендикулярно в сторону. И наклоняемся к той, которая перпендикулярна. И другая сторона. Ну что ж, мы разминулись и переходим к более интенсивной тренировке. Сделаем приседания. Присев, очень важно, что не выходят за пальцы рук ваши колени. Вниз, опускаемся вниз и наверх.
90 градусов уровень у колена. Буквально 10-15 раз. И в конце сделаем выпады. Один шаг вперед, выпад, шаг назад, обратно. Здесь очень важно, что колено 90 градусов не выходит за пальчики ног. Выпад, отталкиваемся и назад. Оп. Молодцы. И теперь переходим к прессу. Последнее занятие. Ложимся на пол. И поднимаем верхнюю часть тела вверх. Отрываем. Обратите внимание, что подбородок не касается груди. Он чертит ровную линию. Вверх и вниз. Если желаете, можно повернуться, сделать с поворотом. То есть идем наверх, поворачиваемся, обратно и вниз. И также другая сторона. Если это для вас очень легко, поднимите ноги вверх и делаем кранч. Раз. И обратно. Медленно поднимитесь, чтобы не закружилась голова. Расправьте плечи. В одну сторону. В другую сторону. Я тоже потянусь вместе с вами. И вместе с нашими телезрителями, как я искренне надеюсь, которые, конечно же, выполняли все эти упражнения для того, чтобы сегодня проснуться и бодрыми уже продолжить этот день. Напоминаю, что на нашей сцене видели двух тренеров. Это Марек Скороходов, Эрик Григорьев. Спасибо, ребята, вам огромное.